Святой источник под городком – место, значимое для многих поколений звенигородцев и гостей города. Традиционно здесь набирают воду для питья. Иногда объем достигает сотен литров. Со временем состояние родника пришло в упадок. Это послужило поводом для обращения инициативной группы в администрацию округа за помощью привести историческое место в порядок. Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил Звенигород и оценил результаты выполненных работ по благоустройству источника. Весна, когда придет, мы отшпикатурим, покрасим и покроем кровельным материалом сам дом. А вот эту часть? Эту так остается. На сегодняшний день здесь демонтировали старое бетонное основание, смонтировали новую лестницу из композитных материалов с перилами, установили скамейку и урну, а также привели в порядок прилегающую территорию, убрали бытовой и строительный мусор. Помимо ремонта основного подхода к источнику, также есть запрос от жителей обустроить второй на месте старой дорожки. Однако при реализации этого плана существует риск исчезновения воды. Прежде чем начинать работы, необходимо провести геологические изыскания и получить соответствующие разрешения. Ну или делать еще дополнительные исследования, смотреть почву и находить какие-то. У нас контракт с гидрологами есть. Работы на объекте ведутся под контролем местного отделения «Единой России» в рамках профильного проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы партии. Весной работы по благоустройству исторического источника и прилегающей территории продолжатся. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».